Сегодня, 11 ноября, в полдень что-то мощно взорвалось в Азовском море возле Мариуполя на Донеччине. Взрыв был такой силы, что в домах в Приморском и Жовтневом районах города даже начало дрожать стекло, передают местные СМИ, ссылаясь на информацию очевидцев. В то же время начальник пресс-службы штаба антитеррористической операции Дмитрий Горбунов рассказал, что взрыв в море произошел за пределами 20-мильной зоны на территории подконтрольной России. Со стороны пограничников и ВМФ Украины пострадавших нет. Причины взрыва выясняются.